главной темой для сериала. Зулейха открывает глаза, послужили раскулаченные крестьяне, которые были вынуждены отправить в сибирские спецпоселения. Казалось бы, судьбы людей неумолимо рушатся в таком гиблом месте, но человек способен привыкнуть ко всему, а после привычки наступает очередь искать счастье, пусть даже в Сибири и по крупицам, но оно есть везде. Следующий сезон, а точнее 9-я серия сериала «Зулейха открывает глаза» не планируется, поскольку писательница одноименной книги Гузель Яхина уверенно заявила, что история окончена, продолжения не будет и быть не может. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.